всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба привет. Сегодня будем строить мы теплицу, называется пристенная. По сути, половинка павильона, 1,5 на 4, под 10-й поликарбонат. Вот у нас арки, торцы, будут стоять пластиковые двери и две форточки. Каркас теплицы мы поставили. Сейчас начнем крыть его поликарбонатом. Закончили мы монтаж теплицы. Напоминаю, строили мы сегодня пристенную на базе павильона. Размер 1,5 на 4. Все это под 10-м поликарбонатом. Есть у нас пластиковые форточки в торцах, дверь пластиковая в стене. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, стойки. Подпирающая арка на арках 20 на 20, арки в виде ферм. Теплица очень компактная, стоит на брусе, брус пропитан специальной пропиткой с тонирующим эффектом. Есть у нас система подвески, сделана из 3 труб и 2 тросов. У каждой свое предназначение. Где-то растения будут висеть, где-то обогрев. Окна двери все пропенено. Примыкание поликарбоната прошли силиконом, чтобы поменьше теплица сквозила. Поликарбонат 10 мм, 0,7 плотность. Все торцы в профилях. Стыкуется база-крышка. Вот такая получилась компактная теплая теплица. Вид с другой стороны у нас. Видим, что одна стена повыше, одна пониже. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.